В Кирове закончили съемки третьего сезона популярного сериала «Полярный». Сюжет третьего сезона вновь расскажет историю главного героя Виктора в исполнении Михаила Пореченкова, который неожиданно станет мэром «Полярного». Но только все окажется не так радужно, ведь нужно разбирать дела и проблемы, которые оставил для него бывший глава города Новиков в исполнении Яна Цапника. Слушайте все, все в кино!